Привет всем! Я приобрела несколько вазончиков цветов остеоспермум. Я давно искала семена. У нас нету таких пока семян. Они разных сортов бывают. То есть листики у них разные, сорта разные. И я приобрела вот такие цвета, как беленький, вроде бы как бы с сиреневым, желтенькие, оранжевые и розовые, красивые. Потом приобрела еще цветочки бальзаминчики двухцветные. Три вазончика. Они тут вот красненький с белым, розовый с белым и тот бордовый с белым. Он не видно, но. И четыре кустика. Вот таких маленьких кустиков. Бегонии. Это клубневые бегонии. Но они все цветочки, особенно бегония и остеоспермум, это их привозят с Голландии. А уже бальзаминчики наши. Тут они растут, их тут размножают. И вот я хочу их пересадить вот из таких горшочков. Остеоспермум, тут еще написано, вот видно. В другие горшочки побольше. Вот я... Вот в такие горшочки. Они у меня не новые. И поэтому я буду их сажать в них. Поэтому. Просто у меня такие, какие есть, я буду сажать. Чтобы горшочек был побольше. Вот примерно так, чтобы где-то сантиметров вокруг было. И чуть ниже, чуть-чуть. И буду я их пересаживать. Вот. Потому что вот какая у них корневая система. Их нужно обязательно перевалить. Вот. Я буду осторожно их переваливать. Как я буду это делать? Просто насыпать немножко земли сверху, то есть сверху, на низ. И потом вынуть, просто надавливая на горшочек со всех сторон. И просто осторожно вынуть так, чтобы не поломать корешки. Вот таким образом. Вот какая у нее корневая система. Очень-очень даже хорошая. Не бедненькие, аж оттуда приехали. И просто нужно немножко, если возможно, срыхлить тут. Но я вижу, что это невозможно. Нужно было ее полить. Я ее полила, но боялась слишком много поливать, потому что уже видно, что уже листочки бывают тут, которые уже с плесенью. Они были в кулечках. И поэтому я полила, но побоялась слишком много полить, потому что у нас на улице немножко холодновато. Но суть в том, что нужно просто ее тут немножко срыхлить. Но не очень-то возможно сделать. Нужно очень аккуратно, вот чуть-чуть хотя бы, чтобы корешки потом начали развиваться лучше. Вот примерно так, осторожненько, и они пойдут в рост в дальнейшем. И просто нужно положить в горшочек, чтобы она в дальнейшем, то есть цветочек развивался, и просто поставить, досыпать. Тут листочки, которые поломались, лучше удалить, чтобы они не мешали. Вот получается примерно вот так. Просто нужно досыпать вокруг земли. Со всех сторон нужно придерживать растение, чтобы оно не упало на бок, чтобы она была по центру. И вот со всех сторон нужно досыпать земли. Земля у меня есть и садовая, тут и покупная. И немножко песочка. Вот примерно так. Почти готово. И цветочек будет в дальнейшем развиваться лучше и быстрее. Все, только нужно
его полить и цветочек в другой квартирке пошире. Немножко притрусить. Можно и так. Вот уже он себя показывает по-другому. И он будет цвести до поздней осени. Вот так я буду сажать все свои цветочки в другой горшочек. Всем пока-пока. Доброго дня. Удачи всем и во всем.